Всем привет! Я решила сделать дома буженину и думаю, я не могу не снять этот рецепт. У меня ребенок почему-то в последнее время начал просить колбасу, потому что хочет просто бутерброд. И вот, понятное дело, что мы не покупаем колбасу, мы делаем что-то такое, что можно положить на хлебушек и дать бутер ребенку в школу. Так вот, мы взяли свинину. Кстати, свинину мы берем крайне редко. Взяли свинину и замариновали ее на сутки. То есть это просто лук, специи и больше ничего. Вот в сутки у нас мясо промариновалось в холодильнике. И сейчас мы будем его дальше готовить. Итак, что мы делаем? Мы достаем уже замаринованное мясо. Я уже почистила чеснок. Очень люблю такие рецепты, когда минимум работы с блюдом, но его хватает на несколько дней. То есть бутеры будем есть целую неделю. Так, мы делаем такие надрезы внутри куска мяса. Так. И туда мы будем запихивать чеснок. Вот таким образом. Теперь мы берем фольгу, выкладываем ее в форму. Я даже ничем не смазываю. И выкладываю мясо. Даже лук. И плотно заматываем. Все. И отправляем в духовку. Так, ну что, смотрим, что у нас получилось. Так, протыкаем. И, как видите, сукровица не течет, значит, оно уже готово. Сейчас будем пробовать. Так, смотрите, что у нас получилось. Какой-нибудь кусочек с краешку отрежем. Очень мягенькое мясо, очень мягкое, очень нежное. Запах стоит на всю квартиру. Очень мягенькое. Видите? И теперь собираем любимый бутерброд. Я сделала брускетту, поджарила немножечко хлебчик на гриле. Ложу сюда огурчик. Кусочек мяска и немножко зелени. Вкусно, быстро, удобно. Можно дать ребенку с собой. Приятного аппетита!